Борис жив. Энергию хозяйка моя кива. Борис чувствует боль, Кири, Борис очень злой. Ах, ты отвратительная девочка, Кири, Борис, Борис, а какова угорит, не скажите. Бля, Килимен какой, Борис. Ой, на... Короче, ребятка, всем привет, с вами Смолев, я Николаевич, и сегодня, ребятка, мы поиграем Ice Cream 8. Да, ребятка, я сегодня наконец-то поиграю, спустя сколько там времени эко вышла эта игрушка, вот эко, разработчиков Монахини, вот знаете, да, там Мистер Мик, вот эко вот. Там, конечно, все крутые части вышли, но я не сказал эко, снимать там хочу, как эко. Вот. И разработчики обещали в этой Ice Cream 8 добавить нам, добавили нам это обновление, кошка, теперь мы можем победить мороженчика. Вот, сегодня посмотрим, что будет в этой, вот, посмотрим, что это за игра, там это, мы еще какую-то добавили, вот. Перекиньте видео, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, зайдите видео своими друзьями, родственниками, вот, пишите любые комментарии, на всех отвечаю. Желаю, ребят, приятного аппетита, приятного чаепития. А мы начинаем. Погнали. Короче, ребятка, погнали. Давайте смотреть сначала всех настройки. Давайте всех настройки посмотрим. В магазине есть... Нифига. Джей. Нифига. Нифига себе. Как в магазине есть. Как в Монахине. Вы помните, да? Типа магазин какой есть, как в Монахине. Прям это в первой части. Майк. Джей, Майк, Чарли, Лис, Бомба, Рога, Банка, Бомба, Бомба, Джеффи. Нифига себе, у них и собственное оружие. Мороженчик. Ай, Пихан, Фенни, Рог, Кошмарный Рог. Джей, Борис, Последствия, Борис 2. Нифига себе, мати. Окаменелость. Командир мати. Нифига. Крокодил Рога. Аллигатор. А, проклятый. Монахиню как добавили. Христианистское одеяние. Избранное свет. Нифига себе, как... Нифига себе, косинка. Ребята, посмотрим, сколько будет. Вот, давайте так начинать играть. Давайте, ребятки, мы сейчас липко поставим. Враги, медленные враги, плохо слышат. У каждого знаете, есть два жизни. Вы можете выбрать избежать, если вы разбиты. Враги не очень опасны. Тут есть музей, лаборатория. Кокекс, кокекс, кокекс какой-то. Давайте погнали смотреть. Школа Ice Cream 8. Как загрузка идет. Здравствуйте, вы позвонили полиции управления схода. Чем-то я могу вам помочь. Январь 2003. Здравствуйте, мой сын Джей Браун исчез. Мы уже больше суток его не видели. Мы уже с мужем гоно ее ищем. Но пока без кракна. Я хуже сегодня двое еще лучших друзей, дети, на каждый черли. И оба написали в газете, как мы не знаем, что делать. Пожалуйста, мэм, сохраняйте покойки. За последний день мы получили другие звонки о пропавших детях. А, мороженое все похитил. Мы сейчас ищем ломенько, поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь. Мы никак все возможно, чтобы решить какую ужасную проблему. За несколько недель пропало еще больше детей. Какой ужас. Нифига себе. Вы можете рассказать что-нибудь, что может помочь нам вашего сына. Мы не знаем, почему там... Раз уже недавно я слышал странную молодую мелодию мороженщика. Ясно, вы можете рассказать подробнее, откуда вы мне звоните? О, картинки дики. Убирайтесь отсюда. Ребята, знаете, мы здесь, кое-где, дорогие. Если мы сможем сказать, что мы самостоятельно мороженщик, будет минута я выломаю. Как, мы так за Джея играем, да, я как понял? Или чё? Найди способ бежать из комнаты управления вместе с друзьями. Ребята, зачем мы здесь держим дверь, если вы можете сейчас здесь только принять? Как? Так, нам пока... Нажмите на кнопку, пока что появится...
А, ок. Ага. А что делать? Лом. Так, лом. Еще. Эти. А как нам двинуть? Подождите. Я кинуть могу лом. Нифига себе, так как вы кстати, посмотрим мой крайний наш ребята, Джей Майк Лис. А, вот он. Ясно, теперь надо оглянуть как либо бежать. Иван. А, нифига себе. Все. Все. Правда, на лом, чтобы открыть люк. Так. Нифига себе, да, как уж сделано. Так, сейчас мы выйдем из этого рога. Так, все. Все. Идем отсюда сейчас. Лис, Майк, Чарли, кажется, я нашел просто выиграть. Иди сразу быстрее. Джей, кугаки, гаммы, вперед. Ха-ха-ха-ха, как. Наконец-то я вас все поймаю, ха-ха-ха-ха, очко. Нет, чертовы колстяки, они опять бежали. Я больше не смогу, как я теперь, как был последний раз, когда я не избежаю тех, как я слышал, запер на вапите, они кое-как делают скалы неприятности. Рок злой. Я больше не хочу исполнять их хасики для моего особого мороженого. Это уж лично, я не планировал к этому прибегать. Мне вечеринка окончена. Ну, вечеринка окончена. Ха-ха-ха. Так, синяя кнопка какая-то. Нифига себе, он его закрыл! А, он котику все закрыл. Я больше не могу, если я делаю хоть один шаг, у меня отвалится ноги. Чарли, не шуми, это другу мой, я не знаю, что это было. Рок активировал систему запахники, и теперь все выходы заблокированы. Но, к счастью, я недавно нашел карту колокольчика, отличная идея. Похоже, в системе безопасности три дерниака, которые пищу питание. Если мы их отключим, то сможем бежать к этой фабрике. И у меня как же есть это. Кто-то позанимается исследованием, будет носить с собой дни рации, используя ее, чтобы вызвать кормить, когда найдет один из генераторов. Майк, твоя привычка собирать мусор маги просто потрясающая. Теперь вперед, команда, пора найти те генераторы и вернуться к нашим семьям. Да, идем. Дело комочка у них какая-то мне очень забавная, Так, и что делать? О! Ля, какая пушка! Хуй вам выбрать новый сель на карте. Кокин Шифа, музей, погоди, смотри, как написано музей. На эко карте принадлежит имя любого Хюбера. Музей. Колик и против рога. Давайте музей. Найдите генератор музея. Чё, мы сейчас залез играй? Хм, я уже... Как? Мы чё, Райна залез? Гамма Райна залез играем. Уходим. Погодите, мы не в музее! Погодите, мы не в музее! Погодите, а как в музей попасть? Ну, я чё-ка пукаю? Погодите, гайки-ка. Музей. Найдите генератор музея. А почему мы... Ну, как-то капайте, может, нет. Ну, как-то выйти, может... Мы лабораку... Используйте ловушку, чтобы защитить врагов. Как? Эка ваприка моя сына. Близо она выглядит очень щеклинно. Конечно, я смогу обнять его. Кокам, какая жирная, угрозливая создание, как ты не сможешь быть моим малышем, поэтому я регулирую тебя своим молоком. Ха-ха-ха. Монаха! Монахиня, кок! Ой-ой-ой!
Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Куда бежать? Как-как-как-как-как-как... Так, бежим, бежим. Нифига себе. Нифига себе, монахиня. Реально, дверь. Я у меня оружие украл. Украл, Окси. Я могу открыть дверь? Не могу. Я как пройти могу. Ой, боже, ничего не вижу, плохо. Так, я могу ее нейтрализовать. Ля! У нас 60 секунд. Как? Надо быстро валить. Как? Нифига себе, Африка. Так, что у нас тут есть? Кухня, лаборатория, генетический музей, гараж рака. Куда надо идти, да? Так, музей. Чё? Куда, что ли? Нифига. Лаборатория, как музей, мисуга надо. Или куда? Блин, монахина уже посмотрит уже. Нифига, что монашка куки есть. Обалдеть. Так он все код закрыл, я как понял. Или не все? Нет, не все. Так, шкаф. Можно прятать, да? И чё, край проник. Вентиляция. Как? Ползем. Так, чё там? Как это? Нифига. Ой. Борис, хорошо собирается. Борис, нужно больше гекарий, может, одна из моих ног. Борис жив. Энергия возвращается, моя кило. Борис, чувствую боль, Кири, Борис, очень злой. Ах, ты отличная девочка, Кири, Борис, Бориса, какова угарить, не скажите. Ля, Килимен какой, Борис. Ой, надо разбежит. Некоторые... Враги, например, Франклин Борис или Крокодильщик намного сильнее главных злодеев. Держи как-нибудь погаши, иначе они разакварными угаром. Нифига себе. Шкаф. Вот только на пятерка. Нифига себе, можно рынка. Вот такой бежит. Так Борис? Чё? Эй. Подсказки есть. У меня подсказки не работают. Чё за бред? Так, тихо. Тихо. Наверное, наверх попасть, да? Ё-моё! Беги! Беги! А, он медленно идёт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что делать? Миквуль всё взял. Боже, монетки включил. Что делать? Нифига себе, сколько оборудования. Так, ладно, бежим от них. А, сюда попасть. Я Борис это позвал, да, мячик? Чё, Борис не уходит, я не помню. А, я к нему не пропагу. Как? Ничего не понятно пока, подождите. Так, это там? Я ушёл. Тихо. Как, куда надо, покажите? Коробки. Как? Да, вот. Я конечно, дняк, а ну, ходить в магазине, пока коробки, на коробке пути, вот всякий огромный красный робот. Но, будь осторожен, с большим, страшным роботом на твоем пути.
Найдите способ закапки Бориса в мужской гнаре. Защитите бронированным стеклом. О! А вы как тут оказались? Не понял. Это чё? Ко мне нужно заряжение мотивирования инструмента, чтобы быстро понять стивень. Генератор. Вам нужно как-то запукать Фрэнк Бориса, чтобы он принял генератор за ребенка. Слегой, за кобой у меня плохие почувствия, попробую эту работу, принеси какой-то не маски, костюм. Нужно, как, чтобы его как от генератора выглядел, как ребенок. Джей, ты видел, как этот робот, он как мать робота, мавр? Не ушел. Я куда не попаду. Короче, мне надо как-то заманить Бориса, чтобы он это... Да, блин. Ну что делать мне надо? Погодите, я забыл. Что делать надо мне? Так, что делать? Что, я могу... А как я могу у него выходить? Что будет? Он может? Нет. Он тут не пройдет. О! Ай. Скидывай монеты. Ай. Только они мне зачем? Я не знаю, ну ладно. Как я комплект, да? Боже, ком робок ходит. Что за бред? Ладно, куплю. Фу, пока, ребят, ничего не понятно, мол, интересно. Ё-моё! Как он как оказался? Вот, спасибо. Как мне оружие украл, как? Как ты чё, издеваешь, как и кук теперь? О, ладно. Ага. Ваши сельникам. В смысле? А куда идти? Где Борис? Господи. Так, а что мне делать надо? И подождите. Подождите, может шкафу что-то есть? А, мне снова накидки, он как был. Так, блядь, он вообще закрыл. Так, у тебя маленькие какие. Так, это, как? Чё у нас тут есть? Все закрыто. Капец, рот вообще закрыл тут. А как он? Капец. Так, блин, ну чё тут ходишь? Господи! О! Вверх! Давай пикнем. Берем. Так, иди сюда. Я как понял, мне как нага что ли. Да, вот! Все, и что? Еще кипей. Что, мне нужно заряжать мотивированный инструмент, чтобы быстро понять. Мои родители, например. И что, Кайфик? Блин, я боюсь, там будем. Тут боюсь.
И что? Все кипина. Я как ты. Смотрите, я подскаиваю. Вот, вот, на ребенка покажу. И что? Что делать? Прякаться, что ли? Подождите. Я как прикрытие я использую здесь. А что дальше делать? Подождите. Не понял. Господи, Борис, блин. Как ты меня пришлеговать будешь теперь? Господи. Пойди кака! О, господи. А, все, меня убили, серьезно? За одну секунду. Ладно, ребят, давайте мы это, наверное, закончим. Какая серия получилась. В следующей серии мы будем, наверное, уже точно сбегать от этой ваприки. Вы не уговорите бежать, как и ваприки, если холоднее, там холодно. Кто себя кланал, давайте ставить лайки, подписывайся на мой канал. Вот, звуки подписывайся. И еще увидимся. Всем пока-пока.